Я рад тому, что на наших столах в последние годы все больше российских продуктов. Вкусных и качественных. Еще совсем недавно сельское хозяйство падало. Сегодня оно в лидерах роста. Уже никто не сомневается, мы сможем прокормить себя сами. И за это мы благодарны тем, кто трудится на земле. Трудится много и тяжело. Но нам еще немало предстоит сделать на селе. Построить жилье, построить дороги, больницы, школы. Чтобы жизнь в деревне была современной и благополучной. И мы этого добьемся. Слышать голос каждого – наша обязанность. «Единая Россия».